Они родились в разное время и в разных местах, но их объединила одна профессия, одно небо и одна судьба. Трое пилотов вооруженных сил Азербайджана, майоры Тебриз Мусазаде и Урфан Велизаде, а также старший лейтенант Абубакр Исмаилов отдали свои жизни во имя Родины. Они погибли в апрельских боях 2016 года, отражая действия врага. Их жизни и подвигу посвящен фильм «Апрельские картины», представленный в Баку в рамках цикла «Герои неоконченной войны». Этот фильм, повествующий о трех героях апрельских боев, можно также назвать «Баллады о трех солдатах». Тебриз Абубакр и Урфан были участниками контрнаступательной операции в апреле 2016 года. Уничтожив большое количество вражеских позиций, эти доблестные сыны Азербайджана навсегда вписали свои имена в историю Родины и стали национальными героями. Апрельская война сыграла важное значение в жизни республики, опровергнув заявление врага о том, что Азербайджан не сможет вернуть свои законные земли. Азербайджанская армия за короткий срок смогла освободить от врага стратегически важные высоты, открыв новую страницу в истории страны. Фильм «Апрельские картины» был снят при поддержке Совета прессы Азербайджана. Съемки ленты проходили в Баку и Кюрдамире. Цель картины заключается в достоверном изложении событий двухлетней давности. Фильм также является знаком уважения к светлой памяти погибших героев. Они служили Родине с доблестью, честью и достоинством, защищая законные территории своей отчизны. Эти солдаты стали героями во имя своей Родины и чести нации, оставив после себя великую школу героизма и мужества. Благодаря им мы с гордостью смотрим вперед. Ничего другого от руководства вражеской страны, которая не уважает и не щадит даже свой народ, мы и ожидать не могли. Наши герои незамедлительно дали отпор врагу. Я не хочу, чтобы, увидев эти кадры, меня кто-то стал жалеть. Ни в коем случае. Я хочу, чтобы армянский народ видел, что моя голова гордо поднята, и я горжусь своим супругом. Это слова из фильма «Апрельские картины» супруги азербайджанского пилота майора Урфана Велизаде. На презентации фильма наряду с общественными деятелями присутствовали члены семей героев. Участники мероприятия почтили память павших участников апрельских событий, а также поблагодарили матерей героев за мужественных сыновей, которые без каких-либо сомнений и колебаний бросились на защиту Родины от врага. Они пошли на войну с честью и достоинством. Возможно, они заранее знали, что никогда не вернутся. Их мужество наполняет наши сердца чувством гордости. Я хочу поблагодарить матерей, воспитавших таких героев. Вертолет Ми-24 вооруженных сил Азербайджана был сбит 2 апреля 2016 года во время пресечения диверсии военных подразделений Армении на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск. Все члены экипажа, находившегося на борту вертолета, майоры азербайджанской армии Тебриз Мусазаде, Урфан Велизаде и старший лейтенант Абубекир Исмаилов пали смертью храбрых. Апрельские бои, увенчавшиеся победой азербайджанской армии над противником, стали знаковым событием в истории страны, наглядно демонстрирующим самоотверженность и патриотизм азербайджанских воинов, а также единство власти с народом. Герои апрельских событий выбрали для себя славный путь, став на страже Родины, отдав жизни за ее будущее процветание. Эльнара Алиева, Джавид Гадыров, CBC.